Всем привет, ребят! Ну что, открылся архидемон на английском сервере, и попробуем мы сегодня его протестировать, попробовать. Я хочу сегодня потестить химку. У нас вот такой вот станет огромный урон, иммунитет к разбросу. Также снимает бафы. Станет на 2,5, снимает бафы. Попробуем изначально вот такой вот состав. Единственное, я сейчас на космо сделаю талантики чарочку. Так, космо. Соберем сейчас всех. Попробуем стартануть с тыковки. Или не будем стартовать с тыковки, чтобы не рисковать. Хочу потестировать. Так, космо у нас такое вот будет. Будем стартовать с космо. Так, раз. Дальше. Стрелок. Возьмем для отхила хотя бы одного. Стрелка поставим 2. Так, снарягу надо поменять на стрелке. Ставим сюда пиромага. Так, стрелок есть. Сейчас она космо еще проверит. Тоже сразу же снарягу. Так, космо есть. Дальше. Идем в самое начало. Химка. Химка. Тоже ставим ей раскол. Так, что-то у меня... мало расколов. Так, раскол есть. Снаряга есть, питомец есть. Дальше ведьма. Так, тут мы питомцам поставим. Так, есть. Тыковка. С панибоксом будет у нас. Блин, где я делал все эти? А, здесь. Тоже раскол. Так, и укротитель. Так, один на фрей пусть будет. Космо. Так, а сюда мы поставим и питомцев. Поставим слона. Если вдруг стан будет, то сработает. Так, окей. С этим разобрались. Блин, что-то не как много говорю. Так, поехали. Смотрим. 4,4 ребята набивают.
Так, вот такой вот состав. Будем стартовать с космо, и потом всех остальных выкидываем. Поехали. Посмотрим. Космо включился. Вот видите, медленный очень набор. Потеряли мы с 50 секунды, только максимум выбили. Надо будет все-таки потренироваться над высадкой. Но я не за этим гнусь, я хочу посмотреть, есть ли смысл на 30-х прорывах там менять сейчас Химку на Фрейю. Попробуем Фрейю поставить тоже с расколом. Посмотреть, что у нас получится. Ну, 19 секунда получается. Потеряли 2-3 секунды на разгоне. Это уже может быть вполне 100-200 миллионов. Еще есть вариант попробовать сюда поставить сердцеедку, как вариант, в принципе, но я не знаю. Попробуем изначально Фрея. Как видите, он, когда он включается, топор появляется. Сейчас он у нас, по сути, даже не включается толком, потому что топора практически нет. То есть, как только топорик проходит, это значит, что он включился и снял бафы. А так он под космо у нас не включается. Так, 40 секунд. Посмотрим, сможем ли мы выйти хотя бы в топ-10. Ну, тут опять рандомчик, пару секунд прозевали в начале и все. Еще потестируем завтра воодушевление, опять же, на тыковке, как оно будет заходить. Так, 4 секунды у нас есть. 342. Вот так вот. В принципе, плюс-минус. Интересно, в топ-10 мы попали пока. 342, на третье место попали. Пробуем другой состав. Пробуем убрать отсюда Химку и поставить сюда Фрейю. У меня есть Фрея, раскол, что там у нас на Химке стояло. Химка. Чикабум. Вот такой вот вариант героя. Единственное, здесь не шестой, но, в принципе, не столь важно. Так, окей, поехали. То же самое, все один в один. Ставим Фрейку. Ну, вот без разницы, какие у вас будут смотрители. Я имею в виду таланты смотра. Так, поехали. Стартуем опять же, точно так же, все один в один. Вот сейчас разгончик вроде получше пошел у нас. Да, пару секунд, посмотрим, как в итоге будет это все. Потом
Смотрим. На 19 секунде у нас, ну, видите, 500-ки вылетает, но единственное, минималки. Вот это меня интересует. То есть минимальные обычные криты то вылетают. 29, 27, 24, 23, 22, 21. Где-то плюс-минус одинаково идут пока что. Посмотрим, что будет в итоге. Кимка чем хороша, она дает, у нее встроенное замедление есть, плюс она понижает деф. То есть, соответственно, все питомцы и обычные удары наши наносят больше урона по цели. А у Фрей есть ее голуби. То есть в этом, в принципе, вся разница. Посмотрим, что будет в итоге у нас. Плюс Фрея, ну я не знаю, на архи вряд ли это действует, снимает с него бафы. Посмотрим, что будет в окончательном результате, но думаю, получится неплохо. Где-то плюс-минус одинаково будет. Так как 30-е прорывы на мелких, конечно же, лучше все-таки будет Химка. По-моему, немножко не догоняем. Хоть и у нас получилось вроде как бы и лучше старт, но все равно где-то не хватает чуть-чуть. Смотрю, там не везде 500-ки проскакивают. Посмотрим в итоге. У нас было на предыдущем 40 секунд в итоге в запасе. На этом, мне кажется, будет даже меньше. Да, на этом меньше. Все-таки, как видите, Химка получше. Вот 3 секунды мы уже потеряли. С таким составом мы где-то 5 набьем. То есть не более того. Попробуем завтра стартануть тем же составом. Поставим на тыковку воодушевления. Попробуем, чтобы был максимальный разгон быстро. Посмотрим, что получится в итоге. Но тут явно результат будет намного меньше. У нас было 9 секунд, и мы уже заканчивали. То есть потеря, как видите, на каждом архидемоне где-то по 1-2 секунды. 5,0. Вот так вот. Не дотянули. 9 секунд разницы. Вот так вот. Поэтому будем завтра тестировать опять состав. Попробуем поиграться с тыковкой. Что даст нам разгон. В принципе, архидемон хороший, на нем как раз интересно тестировать. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.